Так нестись, потому что ты должна все время придумать какие-то вообще гайдинсы, сам по себе.
вообще. Ты играешь с точки зрения, как бы, ты повторы все делаешь так по-взрослому, да? Я вот сегодня как раз с Валентином со своим занималась и решила, что не надо повторы сама текать, ты не играть на конкурсе. Думаю, просто заругать, потому что когда повторы, то надо обладать определенными какими-то уже качествами, да, чтобы сменить его вещи по-настоящему, так спокойно сделать. Хотя это правильно. Трудно. Когда грубо играть, эти варианты не должен нравиться. Пока. Ну, еще пока такой поворот, он еще не нашел. Но держится. Вот давай сейчас сначала составим. Что я хочу? Во-первых, здесь в тени, да? Радостный.
автоматически другое начало в правую руку. Если ты это сыграл благородно, то там дальше уже не хочется орать. А вот предложить вот эту, чувствуешь вес, да, вот я вот, вот сыграю мне вот еще раз, так же. А дальше с весом так же благородно вот в том звуке, в который ты пришла. А это мяу. Ты до сих
не стала здесь менять характер. У тебя будет сейчас где-то. Там парали пам-пам. Иди дальше. Тарали пам-пам. Тирали там-пам. Татар. Вор, блин. Давай, Другую, макушечки.
вверх немножко больше. И убрала. Там же штрих есть. Там, это же симфония.
она пришла, что у тебя вправо такие смещенные сильные дела, а влево вовремя. И ты должна услышать вот ту точку, когда они еще вместе совпадают. А они там. Хорошо, а работал сегодня на лучшую.